Что, пойдем в лес? Противная херня. Пойдем. Да я не знаю. Можете мне все дать, я могу полететь на сапоге. На бунт. Ну, давай как и сделаем, я думаю. Одну руну мы у них точно можем где-то отжать, только где непонятно. Надо обе чекать, наверное. Ну вообще снизу легче, там можно и на гору закинуть, на халяву попробовать. Там в одной стороне Жайер Венга, другой Квакерк. Да нет, снизу вообще не закинуть. Сверху. Снизу пусть тогда просто шейкер стоит на руне, если что, отгородит их. Может они зафейлят, и я ее сворую на халявку. Че, я все Ренат покупаю? Давай тогда сапнук нормальный. Давайте вартики. Так, где-то. Да фуай. Не шо брать. Тут им передавал бы их лучше через контрол. А, они с кулдауном передают. Да, но... 4 варда. А, кстати, можно один обсервер сюда? Или нету лишних? Могу. Как там с вардами? Дай мне, иди ставь. Сюда будет идеально один. Сюда? О, oh, yes. Да, сюда. Мы пойдем куда-то там вардыки расставлять? Или ты сам едешь? Я сам, по идее, полечу. Я думаю, тебя встретят эту при любых почти. Ну, ничего не поделать. Танк кто-то поделится? Да. Давай. Одним. Давай одним. Все, Лёшка, берите. Беги! Нормально. О, в тиски берут, в тиски. Летит налево. Четыре. Что-то ты как-то совсем люто. Нужно будет, чтобы кто-то... Я пошел на руну. Забирайте две руны тогда, это нормальная тема. Забирайте. Там мы вряд ли заберем. Верхнюю отожмем, но там Клок тоже придет. Клок уже, кстати, Артема встречает, я думаю, Клок. Что-то? Еще есть? Смотри, это... Жикос, я заберу руну или ты? Ну, в общем, неважно, заблочишь крипов, я встречу просто. Я тебе крипов тут заблочу. Я беру. Я попробую нижнюю поднять. Давай. Ну это вообще потому, что долго варда переставали. Побыстрее перенали я. Я стал встречать. Здравствуйте. Так, ты блочишь. Хорошо, хорошо, я бегу блочить. Ладно, я бегу отсюда. Да, надо сваливать. Ладно, спейс создан. Ну руну я поднял. Я себя сразу несу. А Венга бежим. Могу с центри передать. Я себе курицу за. Шейкер. Я вроде нормально был. Можешь постой, пока лучше меня уж посейвить, слышишь? Окей. Че, Ведян, слышишь, я сразу буду булить, так что ты можешь там пушить. По второй минуте можешь разбить. Венга с сапогом. Помоги мне хотя бы, типа, вот это ты зря ушел сразу. Сначала на. Вообще да. Еще так крипы, блядь, стоят, типа. Можешь уходить, я даже не смог. А что он делает? Инга, кстати, че нам сейчас смотреть, я могу куда-то пойти в топ даже. Нормально отмочится. Я вот тут так нормально фичка разбил. Не, Винга, пусть снайпер профессору дает. Пойдем, можем убить. 5 секунд. А у тебя КВ есть? Да, есть. Да? Поехали. К тебе бросаю. Витян? Хорош. Это Витян, давай, еще койл. Нету койла больше. Ребят, на топе, слышишь? Я не смогу. Он фласк вам. Он там вообще, да, каленый. Мари, иди за ним. Он фласку пьет. Сейчас обью эту фласку. Давай. Свидание, гусь. Сейчас отсюда хлоп. Витян, я пулю, все. Так, я походу не уйду от турсовского медведя. Я могу бежать, я. Но Винха не бежит, да? Нет, я все. Чекай. Да, чекай. Турсовский медведь говорит, бегу быстро. Мне какой-то артефакт там нужен, надо, типа мяки или нет? Я убью. Не, вам БКБ. Не, Юл не надо, пожалуйста. БКБ? Я не хочу вообще. Некому. Более менее, но можешь. На матчмейкингах я и нужен являлся. Ой, не, какой просто... контроль чена! Это просто невероятно! Бог ты мой! Первый раз уже где-то там сейчас скоро. Клюхи. А надо куракому. Хотя, слышишь, ты третий? Да. Пойти надо? Ну я, короче, буду стоять в зоне, я не знаю. Смотри, почему? У меня стоит автоатака, но ее нет. Хорош. Реально хороший. Смотри, Витя. Все нормально. Так я куру взял. Ты можешь, слышишь, Ренат, нам на топе помочь его? Я стакну сейчас тут и пойду. Телекинез, там вот этот. Фи
Сур. Что, блин, стакать стрёмно? Снизу тоже вингап. А, ну ты стакаешь. Я его стараюсь звонить как могу. У меня просто маны не будет, если начну с ним харасить, он мне даст сколько. Я подойду. Невероятный миг. Только свечки надо вот так вот. У него здесь вард стоит. Я по речному. Скором опасно. Ой, а вот он. Жек, ко мне иди. Я бегу. Ну ты походу. Долго, ты вы долго вот это вот сообщали, парни. Oh, yes. Да не надо было сдобрить. Там мы вот. Тогда уже не надо. Я уже тут соляного могу, парни. Сейчас курицу. Я сейчас с ТП-шкой на сейф куда-то. Я сейчас здесь двойное сделаю, потом забуду. Курицу за. Чен был с троллем. Курицу апну еще. Я могу апнуть. Не, я... Форвард. Дай все равно. Будешь нижнюю брать? Могу, да. Я тут не чекал. Не мог. А, клок на линии, я пойду в ТП. Я могу, кстати, фиссуру ему дать. Че на меня, парни? Я бегу. Бегу. По идее, умрет. Да. Топ за... Топ отжали? А ТП-шку, да. Yes. А, рун, я знаю. Я забрал сверху. Можешь забрать. Пешку, Жек, можешь купить? Battle Royale. Ну, выжил. Посмотрим, можем его, кстати, еще раз. А, жив! Так, лес. Сэп. Лес можно сэп забирать. Если хочешь? Я могу прийти, в принципе. Не, Акаши долго. Лучше бы трайдеру или сэп? Okay. Не, сэп лучше. Я вот по чужой могу долбить пока. Где он пушлай, я сейчас следующую отпулю. Тут три. Я хожу. Клока нету, клок. Пятый уровень. Я иду, но у меня маны нету. То есть будет наш Shadow Strike. Понял. Мне кажется, он супер. Инга. Уходи. Не уйду, наверное. Покер здесь. Да, я подхожу, подхожу. К вам в топ буду снова. Инга, я тоже. Все? А, ты к нам идешь. Я варда возьму, поставлю, наверное, в топе на линию и в мид потом в окно. Да, так и надо поставить. Тут стакну еще раз, в топ не иду. Я, наверное, на базу. На миде поэкспишься? Yes. Да. Да, я стакать не буду. Митя. Митя. Что поднять? Не, поднять нет. Ну, мы тут, я говорю, мы вдвоем его вряд ли килл. Вот я мог к вам подойти. Что я с ним красить? Я, может, сейчас прилечу куда-нибудь. Я после этих сейчас крепко. Или вниз могу прилететь. Внизу ничего не сделаем, Артём. Не, они бегут, я бью. Нет, не можем. Забей. Когда в мид лечу, сейчас можно убить. Тут чен был еще. На линию нужно вард. Витько. Я еще что-то вообще хочу. Нормально, продамажили. Могу помазать, если надо. Я на базу, Витя, осторожно. Пока много, конечно. Да, Клок тут себя хорошо чувствует. Иду. Сам убьёшь? Да, по идее. Клок сейчас тут тэпарин получит уже. Я выжил еще. Я тоже рядом. К вам Джаггер идет по реке. Да, Джаггер. Есть таки были, скажите, я пойду за парни. Здесь тройной. Так, свалили. Да, ППС они в этом везде сидят, вообще уходить не хотят. Я внизу поговорю. Думаю, снайпер на базу пошел. Да. Вот он, короче, купил. Витя, на топе осторожно, просто делись. Все. Курица надо кому-то? Осторожно, клока нет. Курица надо кому-то? Нормально, мне тут еще и поставили. Вижен, вот тут. О, yes. О, yes. Так, снайпер сейчас шестой будет, сел шестой. Forward. Your queen. Плохо, что вы разделились, Клок прям на оффлейне фармит, и мы не фармим свою зеленью. Лучше идти втроем в зелени уже стоять, просто обвалиться. Сейчас руны будут. Сидеть, фармить. Не нужно тут сейв сейчас, парни, тут клок как этот. Я подхожу туда. Я рядом. Спасибо. Forward.
Он здесь гуляет. Чена надо убить, но Чена не видно. Чекнаут снизу, снайпер пошел в топ зону. Сверху баунти. Я как-то вообще мог встретить как-то. Ну тут можно быть, да? Ну если он тебя влетит, я дам. Мне по всей стороне ничего не поможет. Вам рубик надо, чтобы мне хочется. Я иду, я уже здесь почти. Только я пошли, подожди. Чена, что, он ошибается. Крипы, крипы, или что там, шепнет? Я подхожу. Да, да, 10 секунд, блинк. Клок уже подходит мид, клок мид подходит, осторожно. 5 секунд, блинк. Я посмотрю, что можно. Парень, курица нужна? Можно. Забузил бы. Где он? Пушит, пушит топ. Не надо никуда лететь, просто пушит топ и все. Я все пускаю. Давайте, ну, я ухожу. Хорошо. Хорошо. Можешь сейчас нам забирать. Хорошо. Уходите, просто уходите, кто может. Ай, разводил на ульт, наразводился. На ульт я, в принципе, развел. Да. Что, Джаггер без ульты, Клод без блин, ульты. Блин, был, думал, был. Забрать дистор. Хотел, чтоб он ультанул меня. Че, в мид полетишь? Да, зарядить тебе маны. Лёшка. Там нету глиф. Я понимаю. Я задал. Я ДПШ сзади, чтобы он не видел. Блинканусь, тебе маной помажу. Или просто. Шли с тобой лес по фарму. На топе марш фармит там, глянь, видишь, у нас вижен есть? Да, ну похуй. Я беру на топе руну. Я на топе что? Я брал. Я подойду. Сможешь на Джаггер где-то будет тут? Он без ульты. Он снизу, я пошел. Хотишь? Да-да. Хорош. Так, мне надо, не надо эту пачку, мне дай. Я ушел оттуда. Ой, я потратил последний вот топ на мой тип. Ты идешь, да? Мне не надо. Мне тоже нет, ты на базу идешь. Я курицу юзаю, не надо никому? Хотя раз это давай, могу тут еще без подождать и фарик. Шестой. Бля, ленка я там сидел. Только не умри. Пойдем, тут сейчас все же так. Можешь прийти за фармить. Снайпер сейчас по таурам это будет все пытаться забирать. И, конечно, может прикрыть. А, нет. Пока не видно, если что не все. Я в сторону мида иду. Я купил ворды, смоки. Вот на топ. Надо ВК убивать, он какой-то. Либо можно мини подраться, я подскажу. Я был 4 винга. Что-то там сворую пульку или что-то у снайпера. Жак, ты с Андреями, да? Да-да-да. У меня только на базе. Поставить надо один там. Парни, да. Я красноватый. Мне рецепт до БКБ, и я с вами. А как БКБ будет, можем... Я сейчас смотрю просто у него. Что-нибудь. Шапнелик. А, там борды полетели. Ну я сейчас приду вниз за шапнелькой, там вот эту полетел. Проблема. Умер? Да. Quickly now. Нормально ты там махаешь. Ну я уже смирился просто с этим, потому что я что там. Сказал бы вниз, походим. ТП-6 тоже. Ну если вы их убьете. Я подхожу вниз. О, это через лес буду, вот здесь буду встречать его. Чена, 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 Чена. А, ну вы там без меня даже разберетесь. Солуха. Эй, я вообще думал, что я улечу, типа, мне вообще реген снизу. Улечу и типа все окей будет. Слышите, а в миге можем? Я в смоках бегу. Я смогу ТП сделать через сока. Я бегу, бегу, бегу в смоках. Купите мне телепорт. Если мне телепорт. Я купил в Сакуре. Отдай. Хотел ТП убить. Делал блинк, уже бегу, 8 секунд следующий. Я цепляю, цепляю, цепляю. Я покажу с собой. Там спам будет. Блинку, блинку. Опа, нет, блинку. ТП-шица. Блогер, помогите, пожалуйста. Там, блядь, парни, пожалуйста. Не, нечем помочь. Клок тратил ульт? Если да. Ты... Да, тратил ульт.
Так тут стаки, а чё ж вы не фармите? Мы не заходили, я шел к ним фармить, на клокерах встретил. Скоро арчит, я, наверное, на миде постою, пока еще чуть-чуть. Без ботяжка, да. Патрайдер, гуя с тобой пойду в смоке. Чукос, можешь купить ДБшку? Нет. Да ты собирай, нет, ты собирай бинг. Вот это, вот такой. Да. Снайпер сейчас на миде вот это будет фармить там, если чё. Он уже попечь. Марк, Марк поставит сейчас вот здесь, ребят, пошел саппорт, по-моему. Можете его идти. Ну лучше снайпер. Блин, ну сейчас позиция мега... Да, опасная, но он останется. А, он. Бегу, иду, иду, иду. Я тоже бегу, подхожу. Руна сейчас. Смотри, не поставила. Такая тут центри, 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 сломайте, да. Пожалуйста. Да, 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 иду. Быстрее, блядь. Хорошо. Руны, ребят. Я наверх блинк не делаю, квакерк может быть ДДС. Там тут голем, и тут тоже дабл. Снизу ДД может взять еще. Я приду, да. Бля, мне вообще не своровать. А там Жагер Рошана не убивает? Чек. Да. Вообще, он только с Яшей поможет, с Момчиком он долго будет. Мом у него есть еще. А с Яшей, с Момом он должен убивать. В общем, я с телепортом, с Арчином сейчас буду. Сейчас нигде нет, Витян, осторожно, там в лесу, они могут в смоках пойти в лес. Или снайпером стоять, либо даже... Не-не-не, они бегают в атаку, эти не будут стоять. Шутки. Я до БКБ пошел на рез. Припейцы терпят. Че, Ренатик, давай. Можем сами, на самом деле, Рошана, по-моему, забрать, или не можем? Можем, у меня ДД есть. Да, лучше сюда идти. А лучше кого-то убить, а потом уже что-то делать. Они сейчас будут разменивать, сейчас будут разменивать товар. Я делаю ТП на боты. Сейчас мы не первые нападали, мы должны первые как-то. О, так идем, все, идем пушить, пушите мид, и потом Рошана заберем. Посмотри, здесь кто? Вот лайтмейл. Он сейчас тебя будет врываться. Или у меня. Нет, мид пушит. Ну если что, Ренат с тобой в миде тут. Я только бэк, да. Я? Ворвется, я... Но он сдох, нет. Он сдох, он сдох, да. Отменил телепорт свой. Then your top tower fell into pieces. Да, ты меня убить можешь. Я его еще раз толкнул. Ёптель-моптель, у вас мутки. К вам все бегут. Ульта снайпера, смотри. Мы дальше идем или идем дефать? Ну, там можем пока идти. Если пойдут в центр, мы можем и потпшиться. Локер тебе здесь у меня. Я туда тпшусь. Да, у меня все есть. Ты можешь бежать дефать? Мы тут уже не сломаем. Я купил тебя. Хотя и подефать мы особо не дефим. Но можем попробовать. Я вообще спать. Я видео себе ничего не могу, я просто тоже на базу. Ой, не опасно в такой позиции. Нет, там их много. Да лучше вниз, 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 вниз толкайте, чего вы. Они же все в миде. Постой, я шукаю. Шейкер может топ долбить, я пойду чужой лес. Мне надо фарм, у меня пока слабовато. Пытался побегать, вообще снизу джангер. Я за Дашу. Жесткая сейчас позиция очень, можем это фармить. Я тебе купил смог, в курице забери смог. Я не думаю, что мы сейчас кого-то убить сможем. Вообще на будущее там, я не знаю. Вингар оставила варды. Один здесь, второй не знаю, возможно здесь. Я куплю сейчас, смотри. Тут ракет летит, мне уже страшно, не бесит. Ну пусть за тобой Рубен станет лучшим проблемом. Стойте вдвоем. Опять же, будем разменивать шейкера на квака, это вполне хорошо. Где еще раз сидеть-то? Забрали. Непонятно. Вард где? Здесь непонятно, а здесь вроде поставила где-то. Жернал, да, мне тут скаут. Я один вард здесь поставил. Может, что надо, ребят, звать? Яша, хуяша есть. Жек, нашим... Я бегу, бегу. Я бегу. Уходи, уходи. Я подхожу. Ой, вот это зря. Сори. Да, не могу ворваться, у него... Так, я встреваю. Пропусти, пропусти, братишка. Осторожно, сзади, видите? Да, да, да. Мы за ними идем? Подними его, плиз. Нет, КД, КД, телекинез, все принял. Сейчас он КД. Голову убьем, слышите? Просто так идти, потому что не хотим. Меня убьет просто. Что-нибудь будет? Да нет, ты мне поможешь? Бегу. Мне прям вообще помощь нужна, очень. Я бегом. Ну, все, гу. Он не силен. Он загулял. Да, ты братюня. А вот это я зря, да, наверное? Такое. Ну, сдох. Да, зря. Ладно. Зря.
не, нам просто так биться, ну вот, что мы бежим в этот узкий проход, бежит Жагер в бомбачи, но это все типа шлак. В принципе, такие драки не нужны. Стоять просто тут фармить кому-то, ну, какое-то дабло, и могу я это все фармить, вы идите просто, ну, что-то делайте. Если мы не можем это фармить. Это один клок, который ворвался первый, по итогу троих убил. Это плохо очень. Иди снайпер фреш. Нарошу. Тебе ведь он гост был какой-нибудь или манту? Манту откуда, да. Прогонять совершенно. Там Минга поставил вард. Бьет Рошана? Нет, поставил вард здесь. Я сейчас здесь стакнусь здесь. Полечить я могу. Погнали, вард сломаешь, сейчас я это. Давай, давай. Окей, давай, я тебя хильну заодно. Я тебе батл кину. Ага, я понял. Вард. Опять на глющи бежит, нормально? Джаггер с инвизом непонятно откуда взявшимся. Ну, сейчас они действительно могут в Рошана пойти, вон уже бегут. Ну, если вард тут сняли, можете с горы их спамить фиссурами просто. Не, спамить нечем. Давай, ты дашь, я хильну боту. Вообще, по-любому они здесь его бьют. У меня 7 секунд до ульта, там вся банда. Клокер. Ну, клокерка может. Надо его убить, кажется. Ульта не уже просто. Бит! Джаггер потратил. Бесит. А, мне вафли, походу. Да. Такое. Я не убил клокерка. Все плохо, парни. Снайпером, жолнером там. Блять. Так, ладно, это перебор. Слушай, блять, молнии это в тень летают, вот это не хочет. Ракетка летит сюда. Она не убьет. Not yet. А, на базу. Not yet. Быстро они рожка побрили, вообще в секунду. Он клокер к бе. Надо его убивать. Слышите, что он делает? Совсем офигел уже. Клокер 14 вал, это он за меня, походу, взял. Фортом надо какие-то фортстафы, чтобы от флака не убирать. Хотя у него тоже уже фортстаф. Ну, Шагер, скоро блинк так-то. Не сильно много шагов. Клокер сейчас будет цеплять, если что. Кого-то. Пишем по всему. A path to pain. Your pain, my Ого, gain. Больно. Надо биться нам в меде. Ульта, у меня 35 секунд КД, у Жагера есть Аегис, так себе на самом деле. Драка, да. У нас и Дагера. Ну а чё мы не сплитуем тогда ничего? Yes. По тауэру сплитить не вариант. Давай только если ты стоишь с каким-то СФом и ждёте. Ещё пару секунд подождать, 10-15, и тогда что-то делать. Локерку там. Вообще мы здесь пососём, у нас даже не шейкер ульта, ничего. Можно вытянуть. Джаггера, да, убить его. Лучше не Джаггера, он стоит. Так, я в такой позиции никого не выйдем. Башик, хорошо. Я понял. На скилле парень играет. Ладно, пошел. Это первый удар, походу. Your middle tower is not doing well. Они, может, далеко не ушли, аккуратно. Снайпер на боте, можем попробовать убить. Если он меня хотел. И они сюда все бегут, по вот. Идее. Я сотка до блинка, сейчас я зафармлю и к вам быстро подожду. Пока можем убить, по идее. Вообще ультить надо было в таком случае. Чтобы КБ ульт. Подними его, Жак! Подними, Жак! У них нет вижн. Да, вопрос. Ты не сдохаешь? Я живой. Я ищу вниз. Слушай, я еще и вышел, я тут шопнельки наставлял всякие. Вард.
Это я зря сделал, да? Подыму, подыму. Нет, он... У них вижен где-то стоит, но не здесь. Да. Типа. Или здесь, или здесь. Может быть здесь. Давайте прыгать. Не, иди вперед, просто БКБ. Да, нельзя, нажми вот. И шейкер пусть прыгнет. Мне молнии сбил. А моей залей. И так спадет скоро. Не молния, эти ракеты сбила. Блин, мы делаем все как инвалиды, ей-богу. Это очень напрягает. Нам типа надо все вот в один таргет дать, чтобы один герой сдох. Мы сразу драку выиграем. Ну и сплит пушить нормально, потому что мы стоим под товарами, типа нас пушат, мы ничего не фармим, мы уже проиграли в принципе. Минутный, 14 минут на ворчит, превращается, как обычно. Стандартная игра за кваку. А еще будет только фанами, сейчас бомб, снайпер еще, блин, какой-то возьмет. Вообще его никогда в лосо не возьму, фарма нету вообще. Мать будет? Я иду. Да, мать его за нами. Ой, бежит. Чудовище. The pain train. Not yet. Smart. Radiant structures have been secured. A royal path. Они сидят чем, слышишь? As I я бегу вниз. И винга. Здесь. Там нет клокверка, там чен винга. Мы им ничего не сделаем, да? Меня видят. Да, я варту знаю. Короче, хуй. Уродство. Как ты пошел? Про бомбу? Этого точно. Теперь надо как-то троп дать. Надо, летит мне ТП-шка. Я пешком бегу, по идее. Могу прыгнуть? Я лечу. Это еще. Я готов. Снайпера. Хорошо. Я тп. Да не башь меня, уродец. И вот этого тоже. Этого тоже можно, да? Надо, надо. Да, ловишь на ракетку. Хорош. Вполне хороший, обычный СНГшный размен. Вначале мы, потом они. Жак, я тебе варды отдал, я, короче, начинаю форс делать. Я тоже сейчас форс буду. По идее, сверху еще руна лежит. Хапнем. Так, что нам нужно? По шмоткам. Battle Royale. Гоним бах, наверное. Вообще против чена такси, наверное. Гост, одна на боте. Таня. Гост? Одна на боте. А, да. Если прыгаешь, ты тебе, ну... Там аж ещё... Короче, тебе надо прыгнуть, просто... Ну теперь БКБ пишешь. Есть, так что я могу жить. Значит, нет, тут, да. Тут или ты прыгаешь, жмёшь БКБ, и тебя Жаггер ультует, ты умер. Или ты прыгаешь, жмёшь ГОСТ, и тебя со СПОВ встанет, убивает. Ну я купил ГОСТ, пригодится. Ну, сказать, ты можешь просто прыгать, арчить вингу и пытаться выживать.
Площадь стадов там у них нету. Сверху руна хорошая. Там очень? Пау, ставлю, я пизду, я не могу. Очень-очень, но за ней, скорее всего, кто-то выдвинулся. И уже забрали. Еще хекс какой-то нужен. Точнее, чтобы выиграть. Давай я тогда хекс ставлю, аниму тогда. И дальше уже и рефрешер может бахнуть какой-то. А ты лишь нам, если мы растянем файт и захексим джаггера. Сейви. Фантам, вот. У меня давно А есть на топ плюсы какие-то, тип на глюче опять? Я бегу пешком, блинками. Я быстро добегу. Я тоже подойду, если что. Но там их могут, может быть 5, поэтому. Пока не бегу уже. Все пока бояться не можем. Чен хорошо начать, надо его убить. Снайпер на миде. Я бегу на топ. Я тут полетел отпушивать и... Тут големы. О, отсюда вот эта ракета летела. Я улечу сейчас отсюда тогда. Да, да. Он меня цеплять будет, по идее. Отсюда, вот отсюда где-то ракета. Вообще, может, возьмешь гем какой-то на бетрайдере, на самом всей квартире? Не, без БКД, ребята, я тут ничего не возьму уже в этой игре. Ну, ты сломаешь там, не знаю, положь обратно, да и все, что-то типа того. Не, имею в виду, что я его сам не куплю. А. Я тебя могу купить. У Рошана туса, парня. А смок есть? Его отдаем, наверное. У меня смоков нет. Нет, а чума его отдаем. Бьет, есть, возможно, уже. Да, есть. Я дам ракету. Крипов побьем. Или херня? Снизу джаггер, можно. Я могу в джаггер. Но они в мини нападут, если мы крипов. Все будет. А, не, без джаггера, да, реально. Ребята, не думайте, делайте. Потому что они уже бегут, скорее всего. Хорошо. Ба! А вот все, Рошан наш, возможно. Я бегу, только я сдали с другой стороны. Давайте, если они сейчас пойдут помогать, это самое оно. Кати. Вон винга. Идут помогать, Чена нашел. Все, нормально. А он сейчас врываться будет, слышишь? Если что, его... Хорошо, Чена забрали. Снайпер! О, ну нет же! Это трэш, конечно. Ребят, там снайпер наяривает, надо уходить. Я уже конечно не знаю, что. Ладно. Да. Мой бэк джиггернаут. Снайпер, конечно, выжил там. Надо было уходить после байбека. Они учились за ними. Куда ты уйдешь? Да там такая герой позиция. Бьет под момом и клокс. Не, ну мы давили вот прямо отсюда, вот че нагнали. Да не, вы, во-первых, вы пошли что-то вот так вот, ну, по реке. Ну, как вы так бежите там? У вас по-любому с хайграунда кто-то бить будет. Ну, ульта, конечно, печальная совсем. Зарядилась. Сейчас сразу 18. Здравствуйте. А кто байбекался? Джаггер. Нам быстрее вам воскрешать, мы его два раза убьем тогда. Не бабай, не бабай. 5 секунд до меня. меня. Там еще палка стоит. Я в таком случае, в любом случае, не могу цеплять. Вот два клока, парни, как-то. Кварту бить. Я уже в позиции брал, то я никогда его не вытяну никогда. Мамон, да? Ой, это Ренат, конечно. Можно его... Я могу его это. Да, можно его убить, по идее. Там джаггер.
Там в спину бегут. Опять дерьмо. С тем гастом. Можно ливать тогда тут что? Да, можно. На гофе грем? Не, с двух сторон это самоубийство. I'm not sure if this is a story with a happy ending. С трех сторон. Так-то. Вот ту секунду смотрю. Ой, ладно, все, я пошел отдыхать. Я тоже пойду. Пока. Пока-пока. Покедом. Мы еще играем?